Всем привет, гости и зрители моего канала! Сегодня с вами буду готовить лагман. Очень вкусное, сытное блюдо, очень вам рекомендую его приготовить. Смотрите, что нам понадобится: мясо, кабачок, морковка, помидорки, зелень, чеснок, картошка, ну, масло растительное, на чем мы будем жарить наше мясо, зелень, да, вот у меня есть и сухая, и такая свежая, перчик болгарский замороженный. И приправки. Смотрите, какие я добавляю. Чесночок сушеный вместо такого можно положить. Я ложу и такой, и такой. Орехово-чесночная смесь. Вот, смотрите, кавказская смесь для фарша смесь. Соль ложу морскую. Куркуму немножечко. Перчик. И у меня есть листики тархуна. Ну вот, вот это вот все, что нам понадобится. Сейчас займусь нарезкой всего этого. Все вам покажу. Ну что, начинаем готовить. Смотрите, я готовлю в казане, но вы можете, если у вас такого нет казана, готовить в большой сковороде. Залила масло туда, сейчас оно нагреется, и мы будем жарить мясо. Масло нагрелось, я закидываю наше мясо. Хорошо прожариваем мясо до золотистой корочки. И сюда, пока будет выпариваться водичка, я побросаю смеси, чтобы наше мясо впитало вот этот вот весь аромат специй. Вот я бросаю орехово-чесночную смесь, да, смесь для фарша я бросила. Я хочу бросить еще чесночок сушеный, смотрите, сушеную зелень, чтобы все вот это вот у меня мясо, оно впитало этот запах. И немножко добавлю черного перца. Сейчас все это буду перемешивать и тушить, и обжаривать. Уже пошел аромат. Жарим мясо до золотистой корочки. Смотрите, мясо у нас хорошо прожарилось. Теперь я сюда отправляю морковку и порезанный кабачок. И все это буду сейчас обжаривать и тушить. Лук. У меня есть лук замороженный. Не оказалось у меня случайно. Смотрите, как красиво. Лук добавлю замороженный. Зелененький. Смотрите, положила сюда зелень, лук зеленый, кабачок и морковку. И все это я сейчас жарю, чтобы оно немножко прижарилось, притушилось. Так, смотрите, что делаем дальше. Дальше вот я прижарила это все, притушила. Сейчас я добавляю сюда помидорку. Добавляю помидор порезанный. Можно вместо помидора добавить томатную пасту. У меня просто был помидор. Я добавила 2 помидора сюда. Вот. Хотите, чтобы он был такой покраснее, поярче, пооранжевее, да, вы можете добавить еще сюда ложечку томатной пасты. Включаем огонь побольше, чтобы у нас выпарилась водичка с помидорки, да, чтобы он отдал свою краску. И сюда еще я сейчас добавлю перец, болгарский перчик. Ребята, нужно добавлять свежий, у меня просто замороженный был, не оказалось свежего. Но вы добавляете свежий сюда перчик, тоже он дает такой особенный аромат и красоту блюду. Что, теперь тушим и ждем, пока водичка немножечко испарится и прижарится все это. Так, смотрите, что мы делаем дальше.
У меня есть тархун, веточки. Я добавляю веточки тархуна. Все у меня уже пожарилось. Добавляю воды. И жду, пока оно закипит. Убавляю. И жду, пока сварится мое мясо. У меня, ребята, говядина, она будет вариться очень долго. Еще такой лайфхак. Остаются палочки от зелени, да? Я их бросаю в бульон. Они отдают свой запах. И получается у нас ароматный бульон. Так, ребята, смотрите. У меня водичка закипела. Сейчас я сварю макароны. Макароны беру вот такие вот. Мне очень нравятся, они не развариваются. Именно спагетти берем длинненькие, отвариваем их длинненькие, чтобы они были. Так, смотрите, мясо у меня сварилось. Я добавляю картошечку, нарезанную кубиками. Мы добавляем сюда водички. И у нас теперь ждем, пока сварится картошка. Забудьте посолить. Так, смотрите, все сварилось, все готово. Мясо, картошка. В самом конце кидаем чеснок. О, это будет бомба. Кидаем чесночок. Прям вот в самом конце. Ребята, кидаем зелень, лаврушку. Буквально 2 минуты и снимаем с огня. Так, смотрите, как мы подаем лагман к столу. Смотрите, берем макароны, наши длинные спагетти. Накладываем в тарелку. Да, примерно порцию, которую вы хотите съесть, да, которую вы можете съесть. Так, дальше, смотрите, открываем наш лагман, такой вот бульон наваристый, да? Зачерпываем вот такую вкусняшку. Опа, и заливаем. Смотрите, да, если да. Хотите второе блюдо, вы бульон не доливаете. Если хотите, как чтобы было жиденько, побольше жижечки и кушаете. Вот, вот так он подается к столу с лепешкой. А, подождите, еще посыпаем сверху зеленью. Забыла. Во, смотрите. И будет вам счастье. Всем приятного аппетита. Он очень горячий. Пока-пока.